День Победы. Это словосочетание понятно каждому жителю Беларуси. За свою тысячелетнюю историю белорусский народ пережил огромное количество войн, результатом которых были и поражения, и победы. Но когда речь заходит о Дне Победы, дополнительных объяснений не требуется. Каждому понятно, о какой победе идет речь. Великая Отечественная война оставила глубокий след. И несмотря на то, что прошло уже 80 лет, многие белорусы понимают и ощущают ту цену, которую пришлось заплатить нашим предкам для того, чтобы мы, их потомки, могли праздновать этот день, День Победы. Обычно мы разговариваем о каких-то отдельных исторических явлениях, исторических личностях, но сегодня хотелось бы комплексно поговорить и целостно осветить Великую Отечественную войну. То историческое событие, которое стало важным этапом нашей непростой истории. О том, как наш белорусский народ шел к Великой Победе, сегодня поговорим с заместителем директора по научной работе Гомельского областного музея военной славы Константином Сергеевичем Мищенко. Здравствуйте, Константин Сергеевич. Здравствуйте. Константин Сергеевич, вот первый вопрос, он как бы кажется и примитивным с одной стороны, но с другой стороны кажется очень важным. Одновременно происходило два исторических события. Это Вторая мировая война и Великая Отечественная война. И еще раз скажу, вроде бы все понимают или многие понимают, что это не одно и то же, но в то же время... Очень часто замечаю, что люди пытаются отождествлять эти понятия. Вот вы могли бы четко, конкретно развести эти два понятия? Вторая мировая война, Великая Отечественная война. Ну, мы знаем из истории, что Вторая мировая война, собственно, началась 1 сентября 1939 года. И, значит, после нападения Германии на Польшу, так сказать, союзники Польши... Франция, Великобритания, соответственно, объявили войну Германии. Ну а поскольку у этих стран были тоже союзники, были доминионы, их подконтрольные территории, то в эту большую войну вступило очень много государств. Там около 60 государств, которые принимали участие в этой войне. И, соответственно, вот определенный период отношения складывались там по-разному на фронтах. У Германии были другие союзники, которые тоже подключились к переделу мира. Да. И это практически незавершенные проблемы Первой мировой войны, они начали решаться во Второй мировой войне. Что касается Великой Отечественной войны, то мы знаем, что началась она 22 июня 1941 года уже с нападения Германии на Советский Союз. И термин, в принципе, появился в самом начале, как Великая Отечественная, потому что как бы здесь решался иной вопрос. Быть или не быть государственности на этой территории, быть или не быть живущим на этой территории народом, потому что согласно доктрине Гитлера о превосходстве немецкой расы над всеми остальными, эти территории с точки зрения официальной нацистской пропаганды это унтерменши, недочеловеки. Поэтому, согласно приложению генерального плана ОСТ, ну, значительное количество, скажем, 3/4 белорусов подлежали уничтожению. Здесь разные формы предлагались для этого, и тем не менее. Поэтому, конечно, это была война с точки зрения народов Советского Союза, она все-таки была справедливая. Они защищали свой уклад жизни, они защищали свои территории, они защищали самих себя.
Итак, Вторая мировая война, понятие более широкое, начинается 1 сентября 1939 года, заканчивается 2 сентября 1945 года. Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны. Ну и как мы понимаем, и, наверное, мы об этом поговорим далее, наиболее значимая ее часть – это то событие, которое началось 22 июня 1941 года и закончилось Великой Победы 9 мая 1945 года. И вот тут в качестве ремарки хотел бы, может быть, заметить, не знаю, вот вы меня поддержите в этом плане или нет. То есть Беларусь вступила во Вторую мировую войну в каком-то смысле несколько раньше, чем другие народы Советского Союза. Это связано с тем, что уже 14 сентября 1939 года нацисты подошли к Бресту, и Брест оказался под их оккупацией. Только с подходом Красной Армии, это 1939 год, Брест был освобожден от нацистов. Но основные тяготы белорусский народ пережил, конечно, уже в годы Великой Отечественной войны, когда пришлось отражать нападение нацистской Германии. Ну, Константин Сергеевич, я вот этот вопрос задал не случайно. С одной стороны, люди путают эти два события, а с другой стороны, есть еще один нюанс, тоже мне он представляется очень важным. Дело в том, что вот этот термин, обоснование которому уже подвели, Великая Отечественная война, он употребляется, ну, на мой взгляд, к сожалению, на мой взгляд, не всегда и не всеми теми, кто изучает историю. Во многих государствах вот эти события, которые происходили здесь, на территории Советского Союза, в частности, вот здесь, на Беларуси, называются иначе. Германско-советская война, например, или вообще восточная кампания вермахта. Как вы думаете, вот вообще важен ли этот вопрос? Стоит ли на это обращать внимание, на терминологию? Ну, безусловно, да, потому что как бы ситуация такова, что ведь сейчас не секрет, что есть попытка переписать историю. И, собственно говоря, эта тема уже звучала в Европарламенте о равной ответственности Гитлера и Сталина за развязывание Второй мировой войны. И, собственно говоря, даже западные политики, это бывший министр иностранных дел Германии в правительстве Меркель и директор Национального института истории Германии, они возразили, они сказали, что Германия взяла ответственность за развязывание Второй мировой войны, и негоже сегодня на жертв войны возлагать ответственность. То есть там здравомыслящие люди, которые определили вот это. Поэтому, когда локализуется этот интерес, ведь все-таки у нас пытаются сегодня уже отрицать, где-то там и обсуждая итоги Второй мировой войны, выпускают соответствующую продукцию, где размещают флаги стран-победительниц, среди которых нет флага Советского Союза. То есть это вот, поэтому отрицание и, скажем, локализация такого характера, при том, что да, это была действительно Великая война, потому что вовлечены были в эту войну значительные массы и фронт, и тыл, и мощное сопротивление партизан и подпольщиков, все это как бы пролог вот этой войны. Это большое действие, которое происходило на этой территории, и во многом здесь, именно в период Великой Отечественной войны, решались глобальные проблемы. И, собственно говоря, здесь перемололи большую часть германских войск, и здесь было вовлечено их порядка более 70%. Поэтому, естественно, что я не отрицаю там театры других военных действий на других территориях, тем более, что во Второй мировой войне принимала участие Япония, и на островах, и Юго-Восточная Азия, острова там и прочее. Поэтому широкий спектр этот был. Но все-таки судьбы мира во многом решались здесь и решались советским народом, собственно, который противостоял весьма эффективно, как потом покажет время. Ну, начальный период был не совсем, конечно, удачным. Я вот с вами полностью в этом плане соглашусь. На мой взгляд, попытка отойти от термина «Великая Отечественная война», вот переход к термину, скажем, «Германо-Советская война», она во многом дискредитирует тот подвиг наших предков, которые
ну, фактически разгромили фашизм. Абсолютно с вами согласен относительно того, что, конечно, здесь есть заслуга и других государств, и народов, вне всякого сомнения. Но если мы помним, что 80% живой силы было уничтожено именно на Восточном фронте, если вот смотреть с германской точки зрения, и если учесть те жертвы, которые понес наш народ, или в целом народы Советского Союза, то попытка перейти на такой нейтральный, да, абстрактный, как будто мы вот рассматриваем голую теорию там, двух амеб или два ядра германо-советской войны, просто невозможно. Конечно. Это действительно Великая Отечественная война советского народа или советских народов, да, что еще более точно. Константин Сергеевич, вот вы как раз затронули международные аспекты этой войны, и опять-таки мы чаще всего воспринимаем, что война, и это восприятие во многом оправдано, это война фашистской Германии против Советского Союза. Но вместе с тем на Советский Союз напал еще ряд других государств. Что это были за государства и какие цели они преследовали? Ну, прежде всего, конечно, это один из главных союзников Гитлера, это Италия, которую возглавил на 10 лет раньше Бенито Муссолини. Основатель фашизма. Да, основатель, собственно говоря, самого фашизма. Это, конечно же, хартистская Венгрия, значит, в которой тоже была диктатура соответствующая. Это Румыния, значит, которая тоже... Это Словакия, это Хорватия, которые принимали участие, непосредственно вовлечены, собственно говоря, в первый день войны. Их военнослужащие присутствовали, там разное соотношение, у кого-то было 350 тысяч, скажем, военнослужащих, там, военнослужащих, да, допустим, той же Италии или, допустим, той же Румынии более 300 тысяч, или там 1200 словаков. Но факт то, что они принимали участие даже небольшими силами, как и хорваты и так далее, но они дали технику, то есть танки, самолеты, естественно, со своими экипажами и прочее, прочее, прочее. Поэтому это имело место быть. Вот. Поэтому вот что касается союзников непосредственных, то они, ну, тайно, конечно, поддерживал Франко, тем более, что мы знаем, что испанская голубая дивизия тоже воевала на Восточном фронте. Ну и не стоит забывать коллаборантов Ваффен-СС, а там практически 200 тысяч французов, бельгийцы, голландцы. То есть те, кто сочувствовали вообще нацистской идеологии? Да, они были мобилизованы, особенно на этапе, когда непосредственно немецкое, так сказать, количество призывников таяло, и нужны были ресурсы людские, пришлось привлекать. Но поскольку вермахт не брали ни немцев, ни граждан, лучше так сказать, Германии фашистской, то вступали добровольцы в Ваффен-СС. Даже там португальцы отметились и прочее. Хотя некоторые там говорят, что Португалия не принимала участие. Португалия не принимала, но португальцы принимали. Да. Поэтому, ну и представители ряда других стран, даже те, кто не был вовлечен, они все равно оказывали поддержку Гитлера. И Швейцария, и Швеция, и Болгария. То есть, несмотря на то, что их военнослужащих не было, но поддержку они оказывали. Ну, интересы Германии, мне кажется, уже многим понятно. Об этом много говорится. Это была война, война на уничтожение, на захват этой территории, нашей территории, нашей земли, уничтожение нашей народа с последующим колонизацией этой территории. Ну, а другие страны, чего они хотели? Ну, вот Финляндия та же, это же не было ведь фашистское государство. Румыния, ну, тоже еще не скатилась окончательно к фашизму, хотя там была диктатура Антонес, но, да, тем не менее. Почему? Ну, при дележе этого пирога они все-таки... Каждый надеялся нечто получить, да? Да, получить какую-то область, территорию, свое, так сказать, управление или в сферу своего влияния, потому что, ну, у всех. Ну, Румыния финны обижались за войну 40-го года, когда отодвинули границы, так сказать... У венгров там свои взгляды. Финны хотели Карелию, да? Да. Венгры хотели Закарпатье. Румыны, да, претендовали на Молдову. Да. Да, ну то есть у каждого были свои такие цели поменьше, чем у Германии, но тем не менее вот это вовлечение, были интересы там. Ну, Испания не могла простить поддержки тайной. Советским Союзом, да. Говорим, гражданской войны. Во время гражданской войны и так далее, поэтому... Ну, а еще солдаты удачи. То есть те, кто пытался решить свои какие-то
личные планы, значит, ну, обогащение и так далее. Поэтому вот, конечно же, как-то так. А вот чем Вторая мировая война и конкретно Великая Отечественная война, как еще расскажу, но основная часть Второй мировой войны, чем она отличается принципиально от других войн и тех конфликтов, которые были доселе в Европе? Ну, вообще, конечно, эта война была особенная. Если вспомнить древний мир и, скажем, 6 тысяч лет письменной истории человечества, около 300 лет только были мирными. И на всей вот, земле. Да, на всей земле. А эта война, она оказалась... Гитлер ставил не только там, но одно — завоевать эту территорию. Это истребление тотальное большинства народов на этой территории. То есть он не рассматривал здесь создание каких-то национальных государств на обломках Советского Союза. Здесь война на уничтожение. И с его с точки зрения, с их позиции и той доктрине, которой придерживались нацистские бонзы, напутствуя своих солдат. Ведь тот же наци номер два, Герман Геринг, напутствуя своих солдат на Восточный фронт, когда они перешли границу, он говорил: убивайте, убивайте, убивайте. Не думайте о последствиях. За всех вас отвечу я, Герман Геринг. А вот поэтому они убивали. И его Люфтваффе, так сказать, бомбило не только воинские эшелоны, а санитарные эшелоны, то есть раненых и так далее, что не укладывается в здравый смысл. Поэтому, конечно же, это особая война. Со стороны Советского Союза это война на выживание, на возможность жить, просто жить в этом мире. Поэтому, естественно, что весь ресурс был мобилизован для выполнения этой самой, наверное, важной задачи. То есть весь мир был разделен нацистами на... Фактически два типа людей. Да. Те, которые могут продолжать жизнь, и те люди, которые, с их точки зрения, на этой планете лишние, которых надо уничтожить, в принципе. Да, и что я еще хотел подметить, проблема в чем? Вот они захватили, допустим, Францию, Бельгию, Голландию и так далее. И их там нацистский режим был мягче по отношению к завоеванному населению. Такого тотального уничтожения, да, были примеры, там, как там сожгли, допустим, один из деревень в той же Франции и так далее. Но это были скорее исключения, чем правила. То есть, да, преступления совершались, их нельзя отрицать. Но массовые преступления против народов Советского Союза, они были очевидны. И в том числе, прежде всего, против народа Беларуси. И вот это удивительно, потому что очень тяжело себе представить, что всего лишь 8 десятков лет назад народ, достаточно цивилизованный народ великих поэтов, писателей, там, Шиллера, Гёте, вдруг настолько изменился в своей психике и психологии, восприятии мира, что он готов был уничтожать женщин, стариков, детей. Это удивительно. И здесь, конечно, большую роль сыграли вот эти механизмы, да, расчеловечивания. Конечно. Смотришь на листовки, на брошюры, которые нацисты выпускали на протяжении вот этого десятилетия их нахождения у власти. Они пытались показать жителей Восточной Европы, в частности, Советского Союза, в качестве не людей, такие крысоподобные фигуры. Вот эта идеология, что здесь правят евреи, большевики в одном ключе, они там пытаются захватить этот мир. То есть расчеловечивание привело к тому, ну, что мы увидели и что сейчас расследуется нашей Генеральной прокуратурой. Еще один дискуссионный вопрос. Он, вот, историки до сих пор спорят, не пришли к единому мнению. Вот был ли готов Советский Союз к этой войне? Ну, Советский Союз готовился к войне. Это не секрет. Собственно говоря, войной вели, как говорят, пахло порохом уже. Очевидно. Но политическое руководство Советского Союза по возможности хотело оттянуть начало этой войны, потому что появились новые образцы оружия, которые нужно было освоить и так далее. И СССР не хватало еще 2-3 года для того, чтобы надлежащим образом подготовиться к войне. Потому что, ну, все понимали, что доктрина Гитлера, который в угоду там ряду
западных стран там проглотил сначала Австрию, потом Чехию, ну и так далее. То есть он двигался на восток, и понятное дело, что, так сказать, рано или поздно эти два государства должны были столкнуться. Это два антипода, хотя пытаются на сегодняшний день утверждать, что они там чуть ли не союзники, друзья и так далее. Здесь ничего не могло быть общего, потому что резко противоположная идеология, то есть, которая не походила советская и нацистская. Позвольте, Римашко, я просто хочу сказать, что договор о ненападении, или договор о дружбе и границе – это не тождественно союзному договору. Конечно. Поэтому вот эти утверждения, которые действительно встречаются, к сожалению, в том числе и в научной литературе, они ошибочны. И этот договор был принят, собственно говоря, последним. Все страны, и больше всех часто нынешнее политическое руководство Польши по этому поводу возмущается, но в 1934 году они первыми заключили. Потом к ним присоединились другие соседние страны Германии. У них всех были договора с Германией. То есть и об этом они скромно умалчивают сегодня. Они имели. И в СССР ничего не оставалось, потому что попытки создать коалицию антигитлеровскую, они провалились. Но советское руководство понимало, что по существу западные демократии подталкивали Гитлера, конечно, к войне именно против Советского Шли Союза. Шли переговоры, приезжали французские делегации, приезжали британские делегации, не наделенные полномочиями. То есть приезжали второстепенные люди, которые не имели права подписывать документы. Естественно, Германия следила за этим процессом. Естественно, она знала о том, что Красная армия не маленькая была в Европе. То есть, да, германская армия, она на тот момент уже превосходила, поскольку имела опыт ведения войны. В боевой практике. В боевой практике, да, тактики, опять же, вот это. Но она понимала, что свой проигрыш в Первой мировой войне, когда она воевала на два фронта, и, безусловно, генералитет немецкий, он же был не глупый тоже, они понимали, что воевать на два фронта – это сложно. Это сложно. Но, тем не менее, в общем-то, вот получилось, как получилось в истории. Вот этот Мюнхенский сговор, который вы упомянули, как, впрочем, и поддержка польского государства со стороны прямых союзников Англии и Франции, очень, мне кажется, с иронией называют эту поддержку, да, странной войной, когда Польшу захватывает Германия, а Англия и Франция объявили войну Германии, но сами в нее реально не вступают. Таким образом, эта поддержка носила такой моральный характер, пока, в конце концов, это польское государство не было захвачено нацистами. То есть вот эти события, они очевидно свидетельствует о том, что вместо того, чтобы действительно заключать союз против Гитлера, к сожалению, правительства Великобритании и Франции скорее пытались решить собственные проблемы, натравив фашистскую Германию на Советский Союз. Итак, Советский Союз в принципе к войне готовился. Так? Готовился. Готовился. А вот каково было соотношение сил к моменту начала боевых действий? Здесь надо сказать, что если брать в общем, я хочу, чтобы понимали, что цифры – это еще не самое главное. Угу. Проблема в том, что, скажем, в живой силе был перевес где-то 1 к 1,6. В пользу Советского Союза? Нет, в пользу Германии. То есть, что касается, скажем, самолетов, там почти, близко было, чуть-чуть в пользу Советского Союза. Что касается танков по количеству, то мы превосходили почти в 3 раза. Артиллерия тоже там, так сказать, относительно небольшой перевес даже был на стороне СССР. Но надо учесть, что это не цифры воюют. Германия к началу войны подтянула свои воинские контингенты и союзников. Если брать западные рубежи Советского Союза, то где-то порядка подразделений, которые размещались близко к границе, не у самой границы, но близко к границе, для того, чтобы возможно было где-то в районе
1 800 000 примерно у нацистов с их союзниками было в общей сложности 4 800 000 человек, то есть, которые готовы вступить в бой. Поэтому соотношение, а на отдельных участках у них был тройной, даже пятикратный перевес сил накоплен, поскольку части Красной Армии, некоторые отстояли на расстоянии от границы на 400-500 километров. И учитывая то, что мобилизация в Германии была проведена уже к этому моменту, шла война уже с 1 сентября 1939 года. С другой стороны, значит, коммуникации, дороги. В Европе большое количество железных дорог, веток железных дорог. Легко можно перебросить значительные воинские силы. Что касается территории СССР, огромная территория, рассредоточение войск по ее территории, небольшая насыщенность железными дорогами. То есть, поэтому, естественно, перебросить даже готовые части иногда требовалось от 5-6 дней, если это расстояние было не очень значительным, до там 2-3 недель или месяца для того, чтобы перебросить с восточных каких-то рубежей, из Сибири, из-за Урала войска. Поэтому, естественно, что в этом плане, конечно же, надо учитывать эту разницу. Во многом она потом обусловила вот первые неудачи Красной Армии в отражении агрессии. А что представляла из себя Беларусь в военном плане к началу войны? Ну, в военном плане Беларусь тогда был создан накануне войны Западный особый военный округ, куда помимо территории Беларуси была подключена еще Смоленская область. И если брать вот соотношение по дивизии на западном рубеже, ну, здесь не только по отношению к Беларуси, значит, у СССР ближе к границе было подвинуто 56 дивизий, часть из которых входила вот в Западный особый военный округ, у немцев 151 дивизия. Причем штатная численность немецких дивизий, она была укомплектована по отношению после мобилизационных мероприятий как на военное время. 100%? Да, 100% военное время. В Красной Армии до начала Великой Отечественной войны это были кадровые, это были срочники, то есть не полная комплектность подразделений, то есть не развернутые части, совершенно верно. Поэтому надо тоже учитывать и этот фактор. То есть, если говорить о цифрах, насколько я помню, от 30 до 70% были укомплектованы подразделения. Ну, правильно, войны ведь не было, на самом деле. Вот, это так и есть. И здесь размещалось несколько армий, так? На территории Беларуси, да. На территории Беларуси, верно. Ну, Алексей Сергеевич, время нашей передачи, оно такое, не очень большое, а мы хотим рассмотреть действительно большую тему, поэтому тут, насколько возможно, так кратко, но емко, скажите, почему все-таки нацистам удалось оккупировать огромные территории и дойти практически до Москвы? Ну, вот здесь и сказывалось. Дело в том, что когда войска столкнулись, как правило, обе стороны теряют силы. Отмобилизованные хорошо, подготовленные, придвинутые к границам. Быстро приходит пополнение, и они решают стратегические задачи. Конечно, здесь и опыт очень важно было играть. Красная армия в этот момент, она восполняла потери, но они перемалывались немецкими войсками, и вот это пока они пододвигались к рубежам, и только соотношение изменилось к концу 1941 года, собственно говоря, к Московской битве, по большому счету. Тогда уравновесились вот эти силы с обеих сторон, и когда уже можно было дать ответ, там получалось, что уничтожили силы, и как бы сложно было выстроить единую линию обороны. И вот очаговые такие сопротивления, они имели место быть, наносились даже контрудары. Первоначально они были безуспешными, но, скажем, на территории нашей области один из первых успешных контрударов – это контрудар 63-го стрелкового корпуса Ленинградовича Петровского, когда два города были освобождены на целый месяц. Это уже был маленький успех, и он вселял как бы надежду. Рогачёв и Жлобин, назовём эти города. Да, Рогачёв и Жлобин, и собственно говоря, это был
первый успех, он обнадеживал, что врага можно бить и можно в итоге разбить. Но тут надо выстраивать, так сказать, и вот это соотношение сил, которое уравнялось уже в шансах вот противостояния, оно сформировалось только к концу 41-го года. Поэтому к этому моменту мы потеряли действительно огромные территории. А внезапность нападения сыграла свою роль? Ну, это безусловно. И тот перевес, который они достигли, и те отмобилизованные части, и тот опыт боевых действий, это все слагаемое одного. Поэтому, разумеется, что использование вот этой тактики их окружения крупных сил, брать в клещи, либо пленение, либо уничтожение, они это активно использовали. Более того, если я не сказал, когда характеризовал, вот соотношение автотранспорта. Вот здесь у Германии был значительный перевес и союзников. То есть, допустим, у Красной армии там где-то порядка 150 тысяч единиц автотехники, у немцев было более 600 союзниками. Поэтому мобильность переброски сил у них была, у них больше преимущества было даже в лошадях и так далее. Поэтому это тоже давало определенный эффект в переброске сил. Они быстрее могли разворачиваться, быстрее восполнять потери и так далее. Значит, Красная армия в силу того, что она на рубеже бросала эти силы, мы несли тогда значительные потери. И вот только в конце 41-го года как бы более-менее ситуация стабилизировалась. Я не скажу, что все стало красиво и четко, и уже все, но все-таки вот победа под Москвой, она характеризовала, что вот этот первый этап такого значительного отступления, он уже как бы ознаменовался таким первым крупным поражением немецко-фашистских войск, и появилась надежда, что Красная армия все-таки может устоять, потому что решалась проблема, либо Красная армия, она погибнет вот в этих сражениях, не выдержит, либо все-таки она сможет мобилизоваться, отмобилизоваться и дать отпор. И вот как раз к концу 41-го года она смогла это сделать. Вот я бы здесь еще выделил ростовскую операцию, да, которую часто не замечают. Ну, понятно, что масштабы, конечно, были не такие, как битва под Москвой, но, тем не менее, тоже был определенный успех. Вы говорили о союзниках, так, и мы затрагивали их ранее. А вот здесь у нас на территории Беларуси действовали только немецкие нацисты или их союзники тоже были? Нет, на территории Беларуси Ваффен-СС были и французы, здесь на нашей территории были и венгры, их называли мадьярами, причем они даже порой были более жестокими по отношению к, так сказать, к местному населению. Ну и представители той же Словакии здесь были, и словацкие. Здесь у нас на Гомельщине. На Гомельщине, да. И у нас шло как бы, ну, наши партизаны вступали с ними в контакты. Кстати, они были все-таки славяне, они были ближе нам по ментальности и прочее, прочее. Поэтому некоторые военнослужащие Словакии были такие договорные отношения, когда, в общем-то, они видели партизан, но не вступали в бой. Партизаны видели словаков, но не вступали в бой. И более того, такие люди, как Ян Налепко, впоследствии стал героем, и так сказать, он перешел к партизанам. Словацкий офицер, который перешел на сторону партизан. И он был не единственный в этом отношении. Поэтому здесь немножечко вот как бы имело место быть. Здесь были итальянцы. Значит, Я знаю, что они были и в Гомеле. В Гомеле, да, совершенно верно. И они были там же, госпиталь был во дворце гомельском, и как бы там были захоронения даже, то есть они умирали. Более того, здесь были моменты, когда там за дезертирство, за нежелание там выполнять, как бы подчиняться этому единому руководству германскому, некоторых даже расстреливали итальянцев, значит, которые не хотели воевать, по большому счету, пытались дезертировать или отказывались участвовать в каких-то спецоперациях и так далее. Поэтому вот как бы были не только... То есть, к сожалению, были практически все представители, да, вот, условно, да, говоря, нацистского интернационала. Да, ну не было финнов здесь, поскольку они там на Ленинградском фронте действовали. Больше румыны пошли по югу, вот, но
вот в район Сталинграда, они потом вышли на эти территории, но все-таки вот представители других союзников и те, кто вступил в ФНСС вот из других народов, они имели место быть здесь. Если выделять этапы этой войны так, чтобы любой школьник мог понять, какие этапы Великой Отечественной войны мы выделяем? Ну, начальный этап, собственно говоря, 41 год и, собственно говоря, наверное, до середины 42 года, когда Красная Армия отступала. Да, оборонительные бои. Да, оборонительные бои, собственно говоря, на всем фронте. Ну, вплоть до Сталинградской битвы, когда все-таки наметился перелом. И когда 2 февраля 43 года немцы капитулировали в окруженной группировке, как бы. Ну, а дальше, значит, попытка переломить ситуацию, уже вернуть свою стратегическую инициативу, Германия проиграла в результате Курской битвы. И уже, собственно говоря, после Курской битвы Германия утратила полностью стратегическую инициативу и начал отступать. И уже этот период характеризуется тем, что накоплены были значительные силы и возможности для ведения активных боевых действий. Конечно же, война есть война, были какие-то неудачи под Харьковом и так далее, но тем не менее общая канва событий, она говорила о том, что наступил уже перелом. И второй этап, 42-43 год, да, это коренной перелом. Перелом, да. Ну и, собственно говоря, уже 44-45 год, это в том числе операция, которая была проведена на территории Белоруссии, Багратион, стратегическая операция, когда результатом которой стал огромный прорыв, то есть это дыра в немецкой обороне в 400 километров. То есть это, и если помните, здесь несколько котлов было образовано, тот же Бобруйский, Минский котел и так далее, и соответственно, когда нашим союзникам доложено было об успехах, то есть многие не поверили в это дело. И вот помните этот знаменитый, так сказать, шествие военнопленных, 56 тысяч, которые в большей части были пленены на территории Белоруссии, их провели по улицам Москвы. Парад позора. Парад, да, парад они позора. Хотели попасть в Москву, они попали, правда, под конвоем. Ну, а потом следом за ними, как образно тогда говорили журналисты, двигались поливочные машины, чтобы смыть с брусчатки московской следы фашизма. Вот поэтому здесь вот уже перелом, ну и дальше вот освободительная миссия Красной Армии после освобождения Белоруссии и Украины, собственно говоря, и Молдавии, когда мы перешли в Европу уже с освободительной миссией, чтобы добить фашистов их логове, собственно говоря, и освободить другие народы от этого нацистского, так сказать, присутствия. Заключительный этап. Да, заключительный 45-й год, это уже да. за пределами СССР, да. Вот вы упомянули операцию «Багратион». Действительно, это одна из, наверное, масштабнейших операций, военных операций да. в истории 20 века. Четыре фронта. Такого доселе не было. Причем во время операции «Багратион» и произошли изменения в стратегии военной. Скажем, по предложению Рокоссовского, на территории нашей области было осуществлено два основных удара. Такого не было. Да, прежде. Всегда был один основной удар. Один основной и несколько вспомогательных могло быть. Mm-hmm. А здесь тактика двойного удара предложена, не сразу одобренная, но, как говорит, есть такая притча, что удаляли Рокоссовского из кабинета, но в итоге, в общем-то... Настойчиво просили он, подумать. Подумать, да, да. И он возвращался и настаивал на своем. И тогда Верховный главнокомандующий, товарищ Сталин, сказал, что настойчивость командующего фронта говорит о том, что операция глубоко продумана, и я даю добро на ее проведение. И тогда состоялось оперативное совещание вот в районе недалеко от Рогачева, куда прибыл заместитель Верховного главнокомандующего Жуков. И вот когда они прощались с Рокоссовским, он сказал, что я тебе, Константин Константинович, подам руку через Березину. Вот. Но получилось наоборот.
успехи сложились на Южном фасе, в районе Парич, более успешные. Первыми войска 65-й армии Батова вышли к Березине, а некоторая заминка была в районе Жлобина, и, соответственно, тут уже как раз Рокоссовский подал руку Жукову в этом деле. Поэтому, ну, война — явление непредсказуемое. Ход, да, конечно, боевых войне все действий, каждую минуту. Да. Вот, тем не менее, ну, вот, поэтому, конечно, по масштабам, по возможностям, то есть три белорусских фронта и первый прибалтийский, они сыграли важную роль. И, собственно говоря, здесь, надо сказать, дать должное всем военачальникам, и Рокоссовскому, и Захарову, и Черняховскому. И Баграмяну. И Баграмяну, конечно же, которые умело руководили войсками и выполнили возложенные на них, возложенную миссию. Хочу заметить, что операция «Багратион», ну, она и называлась, да, белорусская стратегическая, да, операция, мы воспринимаем прежде всего как операцию по освобождению Белоруссии, да, это верно, но во время операции «Багратион» ведь была освобождена и значительная часть Польши, да, и современная Литва, то есть это операция, которая не только восстановила границы Советского Союза, но и начала освобождение народов Европы от нацизма. Константин Сергеевич, вот вы сказали, рассказали, ну, кратенько, конечно, операция «Багратион». Но всего, насколько мне известно, в период Великой Отечественной войны Красная Армия провела более 50 удачных стратегических, да, операций. Какие бы вы выделили? Ну, вот прежде «Багратион», всего, конечно, понятно, так? Битва за Москву. Это, да, безусловно, это первый успех. Конечно же, Сталинград однозначно. Конечно же, Курская битва. Ну и, конечно же, Багратион. Хотя и Яско-Кишиневская, борьба за Новороссийск и так далее. То есть это вот слагаемые. Битва за Кавказ — это тоже слагаемые успехи. Поэтому их великое множество. Каждая по-своему оказала влияние на ход боевых действий. И в общей сложности каждая приближала великую победу. Что позволило Советскому Союзу, несмотря на, ну, просто, ну, вот, даже слова не подберу, настолько тяжелый 41-й год, что позволило Советскому Союзу все-таки победить? Я думаю, что это единство фронта и тыла. Это создание единого организма. Ведь многие не знают, что большинство рабочих военных заводов во время войны не имели ни отпусков, ни выходных. Это надо дать должное нашим женщинам. Мы все время возвеличиваем мужчин, которые сражались, но 50% работников военной промышленности – это женщины, это подростки, это пожилые люди. В общем-то, и какая-то часть, конечно, высококвалифицированных специалистов, инженеров, безусловно, тех людей, которые оружие победы ковали. Без этого ведь, по сути дела, огромные территории, даже наш Гомель, ведь большинство промышленных предприятий оборудование сумели демонтировать, потому что 50-дневная оборона города Гомеля позволила это сделать. И там, за Уралом, на Востоке, были заново построены предприятия, которые были оснащены нашим оборудованием, которые были переориентированы на, так сказать, военные рельсы. И вот как бы в этом плане точно так же труженики сельского хозяйства, они обеспечивали продовольственную базу, то есть и работали все, то есть и подростки, то есть это, ну, как бы единство всех поколений, независимо от возраста, пола, там, национальной принадлежности, каких-то религиозных взглядов, все встали на защиту общего отечества. Вот это единство, оно позволило обеспечить, да, это было огромное напряжение сил. Иногда казалось, что это невозможно сделать, но поколения периода Великой Отечественной войны смогли это сделать. Ну, вы подняли аспект тот, который сейчас не замечается. Мы много говорим и в художественной литературе, и в искусстве, в том числе киноискусстве. Очень часто фокус внимания идет на то, что происходило на фронтах, то, что происходило в наших лесах. Да, наше партизанское движение. Мы знаем о подпольщиках, но абсолютно верно. То, что происходило в тылу... Рабочий день, еще я не сказал, да, самое важное. Рабочий день составлял иногда 18, а иногда 20 часов. И женщины, у которых не было детей, они спали у станков. Шум не мешал. Нужно было
работать, нужно было сдавать продукцию, и, чтобы приблизить эту победу. И люди жертвовали всем, своим личным здоровьем, своим благополучием и так далее. Люди с другой стороны, в тылу, собирали средства, на собственные средства, танки. Самолеты покупали, то есть мы говорим, что там бедный Советский Союз, нищета, тем не менее, вот есть много свидетельств, когда формировались, вот, ну, направляли те же самолеты конкретных людей, не только там люди каких-то коллективов. Люди отдавали деньги, чтобы построили танк, да? Конкретно. И этот танк направлялся на фронт, и он воевал, и самолеты, и прочее. Это вот труженики тыла, они и работали, еще собирали материальные ресурсы для обеспечения вот той самой победы. Поэтому, конечно же, это великий подвиг всего народа, всех народов Советского Союза, я бы так сказал. Потому у нас в музее зал называется «Победа одна на всех». То есть это, наверное, наиболее правильное, емкое название, потому что это действительно было так. То есть Советский Союз победил прежде всего, наверное, своей моральной стойкостью. Разумеется. Мы... То есть понятно, что здесь целый комплекс. Да, и здесь... поддержкой, собственно говоря, мы не должны забывать, что того же общественного строя, как бы сегодня его не критиковали, но тем не менее это обеспечило вот это единство и вот эти чувства интернационализма, которые воспитывались, когда неважно, кто ты в окопе, какой ты национальности. И какой религии. Ты, да, какой ты религии. Ты боец Красной Армии. То есть и ты должен выполнить свой воинский долг. И многие были плохо разговаривали по-русски, особенно из среднеазиатских республик и так далее, из дальних там аулов и так далее. Но они шли, и они плечом к плечу с народами других национальностей, они, в общем-то, сражались, и они внесли свой вклад в общую победу. Поэтому это тоже не надо сегодня забывать и это минимизировать. Ваши слова меня привели к одной интересной мысли. Когда мы говорим о территории Беларуси, которая была оккупирована нацистами, так, ну или в целом об оккупированных территориях Советского Союза, где с одной стороны развернулось партизанское подпольное движение, но с другой стороны позиция мирных жителей, обычных людей, тоже во многом содействовала победе. Что я имею в виду? Понятно, что из оккупированных территорий извлекались ресурсы нацистской Германии на свои нужды, на нужды фронта. Если не ошибаюсь, на территории оккупированной Европы или территории оккупированной Европы дала в нацистский бюджет 26 миллиардов долларов, но это по тем ценам. На всей территории Советского Союза нацисты смогли извлечь лишь около миллиарда долларов. То есть, если сравнивать, вот, условно говоря, маленькую Бельгию, то Бельгия экономического потенциала, из своего экономического потенциала дохода в кассу нацистской Германии дала больше, чем вся оккупированная территория Советского Союза. Это вот и есть тот подвиг обычных конечно людей. Конечно, это поддержка и надежда. Ведь да, у нас были разные люди, но в большинстве своем они были преданы. Ну, мы не будем... как бы исторической родине, да, верно, и как да бы они держались за свою землю, и, конечно же, по мере силы возможности они сопротивлялись. Ну, я думаю, что, конечно, нам нельзя забывать и помощь со стороны наших союзников, конечно, которые подключились, к сожалению, поздновато, и не всегда, как ну, мне кажется, не всегда оказывали помощь в тот момент и в том месте, которое нужно было для разгрома нацизма. Ну, потому что у них были свои интересы. Ну, вот, в частности, проблема Второго фронта. Но это отдельный вопрос, да, открытие Второго фронта, который, мне кажется, мог бы быть открыт и несколько ранее. Какой ценой далась эта победа Советскому Союзу? Ну, мы потеряли, по разным оценкам, более 26 миллионов, где-то 26,6 миллиона человек. Из них военными около 13 миллионов. Остальные – это мирные граждане. Это вот то, о чем мы говорили в начале. То есть это тотальное уничтожение людей. Это на территории всего Советского Союза? Да, всего Советского Союза. В Белоруссии мы раньше говорили о потере каждого четвертого.
Не зря у нас в Хатыни было три березы и четвертая надломленная. Но когда открылись архивы, когда историки поработали, то сейчас уже говорят практически о каждом третьем. Ну, может быть, еще эта цифра не совсем корректная, но все равно это больше, чем каждый четвертый. Даже вот по потерям в нашем городе Гомеле можно судить, что мы потеряли почти каждого третьего даже, и так далее. Поэтому это и те, кто погиб на фронтах Великой Отечественной, это замученные, так сказать, фашистами, это люди, погибшие при бомбежках, артобстрелах и так далее. Вот поэтому это вот все, это люди, угнанные в Германию и погибшие там от тяжелого непосильного труда и так далее. Поэтому часть вот как бы этих подсчетов, она не велась там где-то. Ну, в этом есть определенные объективные сложности и трудности. Ну, не все документы были открыты. Естественно, поэтому да, но потери были огромные. Но прежде всего, конечно, это людские потери, потому что, скажем, можно отстроить дом, но нельзя вернуть человека. Поэтому те разрушения, тот огромный материальный ущерб, который, ну, он несопоставим с потерями людскими. Поэтому, конечно, мы очень большую цену заплатили за эту войну. И, конечно же, наше стремление к миру – это вот пролог вот тех потерь и, так сказать, устремление сегодня сохранить этот мир – это наша стратегическая задача. Есть две даты, которые сейчас в ходу, в праздновании Дня Победы. Ну, у нас давным-давно укрепил, ну, как давным-давно, с 1945 года, с 9 мая, вошла в наш пантеон праздников дата 9 мая. Но в то же время мы видим, что в ряде стран Европы, а сейчас можно наблюдать даже и на постсоветском пространстве, распространяется дата 8 мая. Почему так? Ну, так получилось, во-первых, это разница часовых поясов, прежде всего. То есть подписано действительно в Карлхорсте, это вот второе подписание, когда все-таки мы потребовали у наших союзников подписать, когда собрались, и, в общем-то, это было по, так сказать, тамошнему берлинскому времени, это около 11 вечера, по-нашему уже, так сказать, было после 12, пока сообщение пришло, оно пришло ночью, а на отдельных, так сказать, поясах часовых это вообще, поэтому было оповещено 9-го, и как бы у нас было принято уже этот праздник отмечать 9-го числа. Наш народ узнал о победе 9 мая. Поэтому, естественно, ну, они придерживались вот своей этой версии подписания капитуляции вот 8 числа. Поэтому, ну, и у них там по-разному, понимаете, отмечалось. Там они, некоторые страны празднуют 8-го, 9-го, то есть 8-го они скорбят, 9-го у них праздник уже, то есть там подходы разные, то есть они неоднозначны и в разных странах не одинаковые. Ну, я думаю, что у нас здесь даже сомнений не возникает, какого числа праздновать этот праздник, потому что, ну, вот понятно, что у нас много праздников, которые носят характер светский, государственный, носят религиозный характер, но вот День Победы — это один из немногих праздников, который действительно празднуют, ну, абсолютно все, и чувствуется определенный дух у каждого человека, да, то есть праздник, который стал, ну, действительно народным. Константин Сергеевич, спасибо за этот разговор. Интересный разговор. Конечно, мы пытались объять необъятное. О многом мы не сказали. Ну, как было заявлено в начале передачи, многие аспекты этой войны мы еще будем рассматривать, потому что отдельные операции, были отдельные личности. Ну, сейчас, мне кажется, нам удалось достигнуть главного. Мы смогли показать, что такое День Победы и почему он до сих пор, ну, играет важную роль в жизни, ну, каждого нашего жителя нашей страны, и не только нашей страны. Сейчас, когда существует множество интерпретаций событий Великой Отечественной войны, вот в этом огромном информационном пространстве нужно выделять и помнить главное. Без подвига советского солдата, без мужества партизан и подпольщиков, без стойкости и
самопожертвования тружеников тыла, не было бы этого радостного 1945 года. А трагически 1941 год – это не пепел поражения, это огонь памяти, на базе которого строился фундамент будущей Великой Победы. Именно поэтому над Рейхстагом взвилось наше Знамя Победы.